Приветствую вас, дорогие наши партнеры Skyway Invest Group. С вами Андрей Хавратов, руководитель проекта Skyway Invest Group и генеральный директор группы компании Skyway Invest Group. У меня для вас есть потрясающие новости. Я надеюсь, что вы уже увидели новости, связанные с фиксированием дисконта, то есть так называемый АИП спецдисконт. Обязательно воспользуйтесь этим шансом. Но я хочу сейчас донести до вас очень важную новость, чтобы вы понимали, как этим воспользоваться и как до конца ноября, то есть до 30 ноября, заработать минимум $1000. Полную технологию я буду сегодня освещать, вернее завтра я буду освещать, в четверг у нас в 20:00 встреча с партнерами, именно с партнерами, открытая встреча. Я буду освещать полную схему, как вам это сделать. Но сейчас я хочу сказать следующее, дорогие друзья. Воспользуйтесь тем, что я сейчас хочу донести до вас. Откройте, вот сразу первый вопрос. Скажите, хорошая ли это новость, где вы можете зафиксировать дисконт и на протяжении 6 месяцев у вас может быть фиксирован дисконт? Вот именно для вас хорошая эта новость? Если она для вас хорошая, тогда продолжаем дальше. Если не хорошее, отключите это видео и идите дальше заниматься тем, чем вы занимаетесь. Но если эта новость для вас замечательная, прекрасная, тогда послушайте сейчас то, что я хочу сказать. Вы можете сейчас помочь огромному количеству людей сделать вклад в себя, инвестировать в себя, дорогие друзья, потому что инвестиция в себя самого, она самая ценная. Почему я называю этот вклад в себя? Вам необходимо сейчас записывайте следующее. Первое. Зайти в свой личный кабинет, посмотреть свою структуру и те лично приглашенные люди, которые у вас уже есть, выписать все телефоны, если вы еще не передали их контакт-центру, а даже если передали, все равно выпишите все телефоны и начните обзванивать всех этих людей в ваших партнерах. В первую очередь, тех ваших активных партнеров. Прямо сегодня, прямо после этого видео, напишите список этих людей, обзвоните и спросите: «Алло, привет, Саша, Маша, там, Данил, Джон, Мария, Светлана, без разницы как. Скажи, ты слышал о последних новостях?» Если он говорит: «Да, я слышал», скажи: «Как тебе эти новости?» Если он отвечает: «Да, классные новости», задайте вопрос: «Ты этим воспользуешься?» Он говорит: «Да, я, конечно же, воспользуюсь». И задаете вопрос: а какой ты хочешь спецдисконт зафиксировать? На 30, на 60, на 100, на 500, на 1000? И дождитесь его ответа. Когда он скажет вам, что да, я хочу зафиксировать, и скажет какой-то дисконт, к примеру, 30, поработайте с ним так и объясните всю ценность, покажите капитализацию, которая может быть. То есть там есть предположительная капитализация, которую мы прикинули, посчитали при реализации проекта, когда мы реализуем проект, когда все риски, особенно финансовые, будут сняты. Если еще ваш партнер не изучил, что такое дисконт и венчурная премия, обязательно порекомендуйте ему это изучить. И покажите ему выгоду, почему ему выгодно в 3 раза больше подняться. Кто-то скажет: у меня нет для этого денег. Это отлично, что у него нет для этого денег. Значит, он сегодня может составить все список своих знакомых, кому он давал уже информацию, кому он еще не давал информацию. И этим людям обзвонить и сказать: слушай, у меня есть для тебя потрясающая новость. Новость, которая твои внуки и правнуки скажут тебе спасибо, если ты воспользуешься этой новостью. У тебя есть 2-3 минуты меня послушать? Если вы скажете именно так, они вас выслушают. И тогда вы расскажите о том, какие возможности на сегодняшний день присутствуют для простого человека. Возможность, которую я еще раз хочу объяснить, дорогие друзья. Впервые в жизни объясните это своим людям. Поймите то, что я хочу донести. Впервые в жизни. Сегодня простые люди имеют возможность стать в начале глобального перехода. Об этом даже сегодня пишут, вот если вы знаете таких авторов, как Роберт Киосаки, он пишет сегодня «Второй шанс». Книга вышла его, «Второй шанс», почитайте эту книгу, где он описывает о геополитических переменах и о создании нового жизнеуклада.
И то, о чем я говорил еще с 2007 года, о новой экономической эволюции мира. Что это означает впервые в жизни? Вот если взять пирамиду, которая у нас существует, так вот эта пирамида, где вот эти власти имущие кормятся от нас, от простых людей. Впервые в жизни появляется сейчас возможность, дорогие друзья, впервые в жизни, когда простые люди могут стать, перейти в плавно, безболезненно, мирным путем, здоровым путем, в новый жизненный уклад общества, благодаря поддержке технологий Skyway, благодаря тому, что они могут жить в новых линейных городах с новыми жизненными укладами, дорогие друзья, они могут стать, пирамида может быть перевернутая. И вот эта масса людей, которая 90% людей на планете, могут получить самые лучшие выгоды. Вот это нужно объяснить, это нужно показать, что именно эти люди. И на сегодняшний момент сказать и показать примеры, которые уже были. Если бы человек 36 лет назад, родственник этого человека или он сам, на $8 купил бы акции компании Apple, на сегодняшний день его капитал, с учетом того, что компания Apple опустилась за последние там, полтора месяца, акции немножко опустились, но в том числе, но все равно эти $8, они капитализировались на $550 миллионов за 36 лет. Еще один пример вам приведу. Это Анатолий Дорчуницкий рассказал, когда мы ехали в Москве в такси на фуршет вечерний 25 числа. И он рассказал такой интересный факт, когда 150 лет назад строился Панамский канал. Во-первых, он тоже начинался строиться из народных финансирований, то есть народ поддержал этот проект в первую очередь. Так вот, когда он строился, примерно 130 лет назад, были какие-то сложности и не могли заплатить рабочим, их убедили в том, чтобы выдать им акции компании, которая строила Панамский канал, за неделю работы. Многие рабочие возмущались, многие рабочие были довольны благодаря этому. Некоторые после того, как запустился Панамский канал, продали акции. Но есть семьи, правнуки и внуки, которые не работают, а живут на дивиденды от акций Панамского канала, той компании, которая строила Панамский канал. Дорогие друзья! Так вот сегодня есть замечательный шанс донести человеку, что Skyway однозначно, 100%, каждый человек, который будет инвестором, хотя бы на $10, хотя бы на 10 юнитов, хотя бы на 50 юнитов, может быть на 100 юнитов, но он может прийти и сотрудничать с нами и увеличить свой пакет акций, донесите это. Так вот, расскажите ему, как поговорить с его знакомыми, с его людьми, для того, чтобы люди воспользовались этим шансом фиксированного дисконта. А они могут прийти в наши ряды, мы научим их, как вести переговоры, как общаться с другими людьми и как сделать так, чтобы он зарабатывал минимум $1000 в месяц. Мы запускаем сегодня уникальную программу, новую программу, встроенную в программу многоуровневого партнерских наших выплат, многоуровневых партнерских выплат, линейную систему работы с промо-консультантами, с промо-местами. В каждом городе, вы скоро увидите, буквально пройдет полгода, в каждый город вы будете приезжать в торговый центр, в бизнес-центр и в других местах будут наши специализированные единые промо-точки, где будут работать по единой системе промо-консультанты. И если у вас не получается сегодня бизнес делаться именно с многоуровневого бизнеса, общения с людьми, приходите тогда к нам работать промо-консультантами. Давайте обучайтесь. Может быть, вы станете потом старшим промо-консультантом, а потом, может быть, станете вообще руководителем отделения, менеджером по работе с регионами, потому что мы с вами заключим контракт, и вы сможете получать достойные деньги от $1500 в месяц. Вдумайтесь только. Так вот, воспользуйтесь сейчас этим шансом фиксированного дисконта. Воспользуйтесь этим шансом для того, чтобы и себе, и своим знакомым, и другим людям помочь в том, что сегодня есть. Вы, наверное, слышали, что 1500 дисконт был один раз в жизни. А вы знаете, что был и 2000 дисконт, когда еще компания не открывалась, и Анатолий Дорчуницкий только формировал костяк тех людей, которым интересен проект Skyway. Был 2000 дисконт, за $1000 можно было купить 2 миллиона акций. Сегодня 2 миллиона акций стоит сколько? Наверное, где-то около $6000. Посмотрите обязательно в личном кабинете, вкладка «Вклады» называется. Так вот, еще раз давайте пройдемся. Первое. Напишите список всех тех, кто зарегистрирован у вас лично, привлеченные в ваши по первому уровню. Затем поговорите со своими так называемыми
потенциальными лидерами, либо людьми, которые претендуют на лидерство, либо вообще активные наши партнеры, которые продвигают наш проект. И поговорите о том, что сейчас, до конца месяца, нужно обзвонить 100, 150, 200 человек. Где взять этих людей, это будет следующий пункт. Так вот, первый пункт сделать именно это. Напишите список лично, на кого, с кем вы поговорили, с кем лично вы рассказали о новостях. И этот человек сказал, да, я буду инвестировать, да, я буду ежемесячные делать вклады, да, я хочу получить эти образования, которые дает Skyway Invest Group, и да, я готов поддерживать проект Skyway. Я хочу, чтобы уже к следующему году мы сертифицировали все вместе транспортную систему городскую и грузовую, а вполне вероятно, что мы закроем вообще с нашей работой, не вполне вероятно, а наша цель такая, чтобы закрыть вообще вход в корневую компанию, чтобы все те количество долей акций, которые предоставляет компания для инвестпроводящей системы, наша цель, чтобы мы уже ее закрыли. Что это означает для нас с вами? Значит, дорогие друзья, когда нет входа уже в корневую компанию, а мы начинаем строить адресные проекты, то стремительно начинается спрос на акции корневой компании, владельцами которых вы сегодня уже являетесь или будете являться. Так вот, дорогие друзья, первое, напишите список вот этих людей, которые у вас в системе. Второе, обязательно прямо сейчас после моего видео узнайте, сколько у них есть людей, списки, с которыми они готовы поговорить до 30 числа. Сегодня не нужно спать, нужно спать максимум 4-6 часов, потому что таких возможностей больше у людей не будет, а вы сегодня являетесь проводником. Третье, очень важное, если у вас этого всего нету, а если даже есть, напишите список, новый список, 300-500 человек. И начните звонить и говорить о том, какие есть возможности. Не тратьте много времени. Если человеку интересно, сразу же приглашайте его на вебинар, сразу же давайте ему ссылку «Опрос общественного мнения», либо «Народный проект 21 века». Если он зарегистрирован, значит, пускай приходит на вебинары, которые у нас сейчас проходят по новой системе, дорогие друзья. Это вторник в 20:00 для новичков мы делаем вебинар. Туда приходят только новички, которые зарегистрировались за последние полгода. Вам, кто старички, делать там уже нечего. Дальше, среда. Сергей Сибиряков по макроэкономике и Алексей Суходоев читают технические вебинары, которые проходят в 13:00 по московскому времени и в 20:00 по московскому времени. Специально сделали для Сибири и Дальнего Востока и для европейской части. Далее, раз в неделю мы проводим вебинар для англоязычной аудитории. В 20:00, вернее в 14:00 в четверг проходят вебинары для новичков, тоже для новичков, где вы можете пригласить этих людей. Итак, для новичков смотрим вторник 20:00, среда 13:00 и 20:00 и четверг 14:00. И каждую субботу для всех новичков, для всех ваших знакомых, которые, может быть, не хотят пока сегодня работать с нами, может быть, они говорят, да я вот еще думаю, мне как-то проект не нравится, пускай каждую субботу приходят на 10:00 по московскому времени на открытую встречу руководителей компании, меня, Хавратова Андрея, и Собора Виктора. Две темы, которые мы затрагиваем. Первая тема – это личностное развитие, это качество формирования в себе новой прогрессивной личности, нового человека, нового типа, прогрессивного человека, просветленного человека, который станет очень богатым и обеспеченным. А вторая тематика – это инвестиционная и финансовая развитие, то есть стать финансово грамотно и развитой в инвестиционном смысле. Эту тему даю я. Это открытые встречи для всех желающих. Приглашайте по субботам новых людей. И теперь специализированные вебинары. По вторникам от Академии частного инвестора у нас проходят специализированные вебинары в 16:00. Специализированные вебинары будут со следующей недели в 20:00 для партнеров. После 20:00 в 21:00 для партнеров по московскому времени. И специализированные вебинары только лишь для тех людей, которые квалифицируются на эти вебинары, это в воскресенье в 12:00. Итак, давайте сделаем под итог того, что я сегодня вам сказал. Воспользуйтесь тем шансом, который сегодня есть. Это фиксированная дисконта, это специализированная дисконта. Объявите сегодня
Позвоните всем своим знакомым. Вот до встречи, до четверга, когда мы с вами встретимся, я вам дам полную технологию работы. И как уже в этом месяце заработать $1000, я вам дам полную технологию. Сделайте списки. Обговорите, позвоните с теми людьми, которые я уже сказал. Чтобы в четверг мы с вами хорошо поработали и мы с вами хорошо пообщались. И еще, дорогие друзья, завтра в четверг в 20:00 по московскому времени для всех партнеров ожидает невероятная, ну не то что новость, это не новость, это просто такой взрыв эмоций будет, потому что мы подготовили для вас такой инструмент с декабря месяца, благодаря которому, дорогие друзья, вы из 100% проведенных презентаций получите 80% инвесторов. С вами был Андрей Ховратов. До завтра, до четверга в 20:00 мы встречаемся с вами со всеми партнерами. Пока-пока.